Бальзам APV – это водный экстракт прополиса. Прополис обладает противовирусной активностью, механизм действия которого сходен с действием интерферона. В организме человека он угнетает развитие вирусов гриппа, герпеса и гепатита. Действующими веществами водного прополиса являются гидроксикоричные кислоты, такие как кофейная, кумаровая, розмариновая, фируловая, хинная. Наличие этих кислот объясняет антиоксидантное, антибактериальное, противоопухолевое и иммуномодулирующее действие APV. APV активен в отношении многих патогенных микроорганизмов, а также вирусов и грибков. Например, коричные кислоты – это основные компоненты, оказывающие противогриппозное действие в водном экстракте прополиса. Результаты исследований доказали, что коричные кислоты являются активными компонентами с противовирусным эффектом. Основное назначение APV – это повышать устойчивость организма к микробным и вирусным возбудителям и пролонгировать действие антибиотиков.